2022 թվականի փետրվարի 14-ից ի վեր Երբ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց Ուկրաինայի հանդեպ հատուկ ռազմական գործողություն սկսելու մասին, մեծ թվով ռուսաստանցիներ շտապեցին լքել երկիրը, այդ թվում Հայաստան տեղափոխվելով։ Պատերազմից 1 տարի անց շատերը շարունակում են մնալ Հայաստանում։ Արմլուրը կրկին հարցում է իրականացրել Հայաստանում գտնվող ռուսների շրջանում, փորձելով հասկանալ, թե ինչով են նրանք զբաղվում այստեղ և ինչպես են տեսնում արդեն 1 տարուց ավելի շարունակ Вох патеразми ельке. Нет, не приехала, но думаю об этом. А что вы думаете про войну? Как должен решаться вопрос по вашему? Честно, я об этом даже не думаю. Я уже просто жду конца, чтобы они там все утихомирились и все. Вот. Не люблю политику, обсуждать это все. А я второй день в Армении, я приехал навестить друзей. Да, я живу, работаю в Тбилиси. А вы что думаете про войну? Уже один год как война. Война – это плохо. Войны быть не должно. Надо разговаривать, надо торговать, надо делать хорошие вещи. Я 4 месяца. Живете здесь? Да. Ну, чем занимаетесь, если можно? Много чем. Был магазин в Дилижане. Вообще сейчас учусь на фриланс. А вообще, что вы думаете про вашу войну? Уже один год как война, как должен решаться вопрос по-вашему? Ну, этого просто не должно быть в современном мире, вот и все. Я не знаю, как это должно решиться, просто как можно скорее. Я приехала месяц назад по личным обстоятельствам, связано ни с какой ни политической, ни геополитической ситуацией. Если бы, моя личная ситуация сложилась по-другому, я бы осталась в России. И, я не склонна комментировать какие-то политические ситуации, это не в моей компетенции, поэтому я туда не лезу. Я думаю, однозначным судом над пущенными политическими преступниками, которые развязали эту войну и продолжают ее спонсировать, и миром для Украины и для России. Давно, почти год. Чем занимаетесь? Домохозяйка, еще немножко подрабатываю. А уже один год вы говорите. Что вы думаете про войну в России и как должен решаться вопрос? Я не буду отвечать. Я желаю победы Украине только. Это преступная война с точки зрения международного права. Россия не имела никакого права. Она начала, во-первых, ее 8 лет назад, и полномасштабное вторжение – это просто военное преступление. Ответственно к этому отношусь. Как туристы приехали. Как туристы. А вообще, что вы думаете про войну в России? Как должен решаться вопрос? Хотелось бы, чтобы ее не было. Любая война – это ужасно, конечно. Поэтому нужно как-то его решать. Ой, мне кажется, это должны решать наши политики, а не мы. Вы как люди, живущие там. Мы считаем, что нужно решать мирным путем. Да, и скорее бы закончилась война. Я выхожу каждый раз здесь на митинги, на пикеты против войны, против происходящего сейчас в мире. Я хочу, чтобы эта война наконец закончилась, чтобы Путин и его правительство пошли под трибунал.